Так, третья серия прохождения за Швецию. Смотрим, что здесь. 4. Все крупные государства объявили мне войну. Абсолютно все. Дания. Так, с Францией не воюет. Франция с кем воюет? С Италией. То есть ни Россия, ни Пруссия, ни Австрия не воюют. Францией вообще уже. Австрия с Вюртембергом воюет. Так, Баварии вижу, нет. Да. Так, Саксония с кем? Не воюет. Делать. Чтобы захватить Берлин. Будем сражаться. А пока идет загрузка, я покажу. Не покажу. Включу камеру. В папке дата. Это моя игра. В папке дата есть папка Combine. Это Еру Наполеон и МП Еру Наполеон меняется. Это меняется, и в игре идет замена государств, за которые можно играть. П. Еру Наполеон, МП и Еру Наполеон. Здесь вот Таркос меняются. И можно будет играть Швецию, Швейцарию, там Рим, Неаполь. Сейчас покажу. Спрашивали, я ссылку дал для скачивания этих старпосов. Вот первой серией отвечал на вопрос того из зрителя. Ну и теперь переходим опять к игре. Сейчас. Видео включилось. Войска пока стоят. Здесь холмы неудобные. Да, я всегда или с запада нападал, или с юга. Севера как-то не приходилось на этой карте. Этот, ладно. Там пушки есть. Надо уничтожить. Полный этот мешает. Я не расставляю как-то особенно войска. Пушки всегда в центре, чтобы можно было и на левый, и на правый фланг стрелять. То есть помогать огнем. Так, конница нормально стоит.
Так. Танк. Так, конница нормально. Надо уничтожить эти пушки. А потом можно и пехоту. Одну тут пушку сломал. Открываемся. Поможем. Своему правому флангу. Командир конного полка генерала. Вот тут вторым перебьют. Так, артиллеристы, что здесь? Достаточно. Им гусары. Отходим. Вперед. Конец стоят. Вперед. Наши люди бегут, месье! Вперед, вперед, ничего.
Вперед. Вот. Поворачиваемся. Догоняем всех, где-то. Наши люди бегут, месье! Чего? Продолжаем. Наши люди бегут, месье! Чтобы я туда направил поле. Вот. Ладно, разберемся. Врачиваем. Ряд один. Перестраиваемся. Месье, ваша славная победа уже близка. Вот. Так, все. Это еще. Далеко. А, вот они.
Ладно. Гарнизонный полк. Моральный дух большой. Ух ты, отставить. Держим их. Отступает, хорошо. Опасно уже можно пускать. Берлин захвачен. Makten och härligheten är med oss. Förbanden redo. Порядок будет хороший. Купирую. А действительно. И были бот больше. База снабжения. Останавливаться войска будут быстрее. Так. Под долгой. И корабли мешают. Туда. Да и туда далеко. Тут нечего. Интересно, может Руси пока договориться о мире. Нет. Jag måste hejda mitt slag.
Хорошо. Одним трех кораблей. Русские сняли как раз блокаду порта. Или должно быть больше. Тония. Помогать. Его разберемся. Так, солнцами. Так. Австрия тут. Пишки. Так, номер захвачен. Да, давай сюда. Ага, у меня получается больше войск. Больше кораблей здесь нет. Корабля у меня 4. Теперь можно попробовать. Здесь мы будем, конечно, мало ли вдруг сражение ведется. Ух ты, тут сколько пехоты. Придется снимать осаду Берлина. Так. Ведь это карта. Вот они. Не слишком. Дома мешают. Колья. Вот сюда. Старь, я много потерял. Давайте к поле против конец. Поставили, поставили, хорошо.
хорошо. Наши люди бегут, месье! Наши люди бегут, месье! Наши люди бегут, месье! Беремся. Куда она? Значит, я туда направил, она совсем в другую сторону. Да, быстро. Месье, месье! Жизнь нашего генерала в опасности!
днях будет праздник. Завершаем. Так, потерь много. Потерь много. Теперь надо посмотреть. Эклинбург. Да. Батя в Португалии, да? Не отобью, да еще в Акстонии есть войска. Поем. Венстером! Марш! Венстером! Марш! Так. Португалия. Или нет? Да. Подкрепление как можно быстрее. Так, думал, может Португалии подарить, но передумал. Пусть лучше прусаки или саксонцы захватывают Берлин. А потом опять буду атаковать. О, уже французы здесь. Странно то, что никто с Францией не воюет. Это сильно плохо. А, подкрепления есть много. Вот-то есть. Старый. Fiende Malkas! Ладно, проиграл, так проиграл. Флоттен är förlorad! Вот у них тоже. Ираудер. Ираудер. Фрамот. Марш. Марш. Я, бефельховаре. И сдержать пока оборону. Я, бефельховаре. Да я. Марш! Был хорошо. Дилерсенст.
Блин, не маю. Разграбить, там отдать за пятерых. Одна эта армия уже пришла. Идем дальше. Хорошо, русские корабли уплыли. Подблокировать мой порт. Интересно, как все подружились. Против Швеции. Двумя армиями будет легче. Конечно, маловато. Так, Мекленбург держится. Ираудер. Айфанан. О. Йорден. Hurra! Hurra! Befälhavare, beredskap! Befälhavare! Так, Мекленбург пока. Погли Мекленбург, ох, ладно. Армия уже подходит. Я, бефельховаре. Ломать. Чего же нельзя с кем-нибудь мириться. Хотят. Кстати, а что у меня в Франции? Наполеону портрет поменял. Теперь предложить торговлю. Питание. Вот так. Эта технология не хочет. Так, них. Ладно, сам буду сражаться со всеми.
опять прибыл сюда. Что это такое? Давай со звуком. Нормально. Так, что? Один порт не был поврежден. Потом репортирую его. Так, что это такое? Порт строится, корабль поднимается. Это все не скоро еще будет. Армия готова. Опять Ганновер будем захватывать. Тогда французов отбил. Теперь будем Пруссии. Странно, только Австрия с Турцией воюет, все остальные государства воюют со Швецией. Франции вообще никто не воюет. Вообще. Ладно. Конницы две только, а хватит. Выманим конницу. Поле сработают. Разворачиваем. Да. Месье, месье, жизнь нашего генерала в опасности. Да, еще пушки, а вот.
генерала под обстрела. Обстреливаем. Хорошо, что в Руси есть пушки, они как раз будут стоять и стрелять. Подойдем поближе. Так, это пацаны покрафить в синий цвет. Картинка совпадала. Вперед. Пушки уничтожены. Следующие пушки. Пошли в атаку. Так, артиллеристы уничтожены. Сейчас за следующих. Перезаряжаются долго. Здесь пушки тоже заряжены. Так. Понятно, раньше времени не стал реагировать. Давай, 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 давай. Теперь можно. Планы тут. Пушки заряжены. Перестраиваемся. Помочь все их поближе войска. Можем кониться.
его разберемся. Надёров добиваем. Ваша славная победа уже близка. Генерал огонь. Элит инфантерии. Разберемся. Ганновер захвачен. Ура! Ура! Копирую. Так, территории. Так, уж достаточно, думаю, я от французов отобьюсь, если вдруг хотят атаковать. То есть надо немного постоять, а потом тоже атаковать на мосту русскую армию. Так. Так. Бил дворянин. Hur lyder mitt uppdrag? I all hast. Jag måste hejda. Давай сюда. Так. Дальше. Блин, бура сразу на эти откуда взялись. Женя, почему? Тройтель Бока! Ура! Ура! Так, без кассель, да?
А, это Финляндии. Где-то быть пушка ходить. Русская. Так, хорошо. СНК селя, это кто? Руссия, значит. Redo. Inväntar order. Долго все. А, это здесь. Ходился один отряд. Кассы. А вот. Потерь тоже много. Ага, они не могут здесь пройти, Сент-Кассель. Хорошо. Так, ну сейчас. Почти уже час идет запись, значит. Что будет дальше, решу в следующей серии.